манеже на центральном стадионе «Арсенал» прошел селекционный отбор в Академии оружейников. За право стать частью большой арсенальской семьи боролись ребята 2011 года рождения. Готовились к этому просмотру. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше бы приходило, посещало нашу академию, как бы приходило на отбор. Участие в нем приняли более 50 юных футболистов со всей Тульской области. И не только они. Попробовать свои силы в оружейную столицу приехали гости из Белгорода и Москвы. Просмотр проходил в несколько этапов. Сначала мальчишек разделили на команды. Им предстояло выполнить несколько несложных футбольных упражнений и сыграть два тайма по 15 минут. Действия и игру юных футболистов оценивали тренеры Академии «Арсенал». Отметим, что тренировать команду 2011 года будет Леонид Боев и Александр Везденецкий. Сейчас рано выводы делать. Хотя, естественно, есть ребятишки, которые уже занимаются год-два в других футбольных школах или секциях. Конечно, они выделяются. Но я думаю, наши тренеры правильные выводы сделают. И команда 2011 года будет укомплектована. Ну, я думаю, у всех пришедших желание есть, не зря они пришли. Но смотрим, как работают с мячом, смотрим, как думают, как понимают, и тренерским штабом, в общем, делаем выводы. По итогам отбора лучшие из лучших получили право тренироваться в школе «Арсенала», где ребятам еще предстоит доказать, что тренеры не зря обратили на них внимание. Будь в курсе самых интересных событий оружейников. Подпишись на Арсенал ТВ.